Радуйся, богоплодная русская земле, воспитавшая граждане Вышнего Иерусалима. Такие проникновенные слова сегодня звучат в наших храмах, призывающих нас радоваться своей земле, своему Отечеству, которое не просто дало жизнь отцам преподобным Печерским, которые своим подвигом прославили русскую землю, а сейчас своими нетленными и чудотворными мощами почивают в нижних пещерах. И не просто радоваться своей земле за подлинный героизм наших соотечественников, потому что, будучи подлинными героями земли нашей, они стали гражданами Небесного Иерусалима.